Доброе утро, дорогие друзья. Вот сегодня я Facebook подключил в начале, а вот Твоикру в Телеграме сейчас подключаю. Захожу, подключаю. У нас уже 3099 подписчиков канала. И вот сейчас будет 3100 подписчик. Поделитесь тем-то, чтобы кто-то из ваших друзей стал этим сотым, 3100 подписчиком. Это же классно быть 3100 подписчиком, поделиться словами Торы. Я вам сейчас сегодня расскажу, почему именно очень важно делиться, да? Почему очень важно делиться словами Торы? Потому что, я вам скажу, потому что есть... Вот только утром я учил в Талмуде, рассказывается история, как пришел Раби Иуда Анаси. Раби Иуда Анаси, он был главный вообще, главный мудрец. И он, значит, глава Бехукотай. Сейчас я пишу название нашего сегодняшнего урока. Глава Бехукотай. И Мишлей, 11 глава. Все, начать запись. И в Телеграме мы тоже как раз подключились, начали запись. Все, друзья. Итак, значит, пока коротко все собираются, скажу вам одну тайну, которую сегодня я выучил. Я и раньше ее знал, но сегодня вот как раз я еще раз ее прочитал в Талмуде. Значит, Раби Иуда Анаси пришел в город, из которого был Раби Шимон бар Йохай, его сын, его внук. И он начал искать внука, да, он там нашел внука. И внук был испорченный чуть-чуть, он уже отошел от Торы, он именно погряз в... Он был очень красивый, и он погряз вот эти вот разврат, там, женщины, все такое. И Раби Иуда Анаси, он его вытащил, он ему помог, он помог ему учить Тору. И дальше Талмуд говорит, что тот, кто обучает сына своего товарища Торе, то он удостаивается того, что попадет в раю, в ешиву. То есть, что имеется в виду? Что он попадет в место, где будут действительно находиться праведники, цадики, люди, которые посвятили жизнь изучению Торы. То есть, очень хорошее место. Почему? Ну, он же учит сына своего товарища Торе. То есть, мера за меру. Ты распространяешь Тору. Ты там попадешь в место, в раю, где находятся мудрецы Торы. Теперь... А дальше написано, а тот, кто обучает человека, который сын Амарец, это, ну, сын вот человек земли, да, такой, ну, вот раньше это было Амарец, это вообще вот такой прям из земли вылез такой, из землянки какой-то, дитя такой, да, человек земли. Если ты учишь вот такого сына, то есть берешь вообще человека, который далек от Торы, семья далека от Торы, близко они вообще к Торе не имеют никакого отношения к духовности, и ты такого человека обучаешь Торы, то написано об этом, что Бог про таких людей, которые обучают таких людей Торы, говорит, что даже если я поставлю какое-то постановление, то есть вот так должно быть, да, то есть в мире как должно так быть, кто-то болен, у кого-то там детей нет, у кого-то то, а такой человек, который вытащил вот этого сына земледельца этого, Амарец, да, ну, сына этого невежественного человека, и вытащил, и сделал его мудрецом Торы, так если он, вот такой вот человек, что-то скажет, он может отменять мои постановления. И пророк Ирмияу об этом говорил, что «Амуци якар мизолель» – тот, кто вытаскивает драгоценность из мусора, «кипитихе» – как он скажет, так и будет. Да? То есть, как он скажет, его рот, так и будет. То есть, отсюда мы видим, что объясняет нам Маршо, что все идет тоже мера за меру. То есть, если ты берешь какого-то злодея, какого-то человека, который вообще находится далекий от, вообще от духовности, от Всевышнего, и ты его делаешь, помогаешь ему стать святым, присоединяешь его к Торе, ко Всевышнему, помогаешь ему сделать этот выбор, то так как ты изменил природу мира, то Всевышний дает тебе возможность своей молитвой тоже менять природу мира, которую установил Всевышний. Вот так вот оно работает. Все мера за меру. И как раз об этом сегодняшняя глава Бехукотай. Глава Бехукотай переводится, если, вот первое слово переводится хуким, это постановление, именно постановление. То есть законы Всевышнего делятся на постановления, гзерот, то есть, например, когда родители говорят ребенку, иди спать, он говорит, почему? Потому что я сказал, а время там 5 вечера. Это называется постановление. То есть нету здесь никакого смысла, никакой логики. Или родитель говорит ребенку, значит,
Все, пора спать, уже 10 вечера, завтра тебе в 8 утра вставать, там, в 8 утра быть в школе, вставать тебе в 6 утра, там, или в 7 утра. Надо спать, 10 вечера, и объяснил почему. То есть и то родитель сказал, иди спать, и это родитель сказал, иди спать. Но если это понятно, почему идти спать, это закон. Это мишпативное, иврите, называется, да, то есть это законы. А если сказал вдруг, там, иди спать, а сколько сейчас время? 5:41. А почему спать? Я сказал, это постановление, хутим. Хутим у Всевышнего, это его постановление. И именно на постановлениях, на вот этих непонятных законах проверяется любовь к Всевышнему. Любовь, уважение, почитание и вера. Потому что если человек говорит, я верю, что есть Бог, и верю, что Тора от Бога, да, то тогда я не могу сказать, это я буду соблюдать, это я не буду соблюдать. То есть это Тора. Теперь, но если я готов соблюдать только то, что мне удобно, значит моя вера, она именно уже не полная, скажем так. Теперь начинается глава словами «Им беху катай телеху». Если вы по моим постановлениям пойдете, в эт мицватай тишмеру, и мои заповеди, мицвот, законы, будете соблюдать, васитему там, и будете их делать. То есть мы видим три как бы стадии. Если вы по постановлениям будете ходить, заповеди будете помнить, тишмру это помнить, соблюдать и делать их, да, то есть одно дело, когда человек говорит, ладно, ну вот он соблюдает заповеди как бы от безысходности, а другое дело, когда он ищет заповеди, он прямо в... Мне повезло видеть, как Равицкак Зильбер за царь, как он радовался, когда ему попадалась какая-то заповедь, особенно если это была тяжелая заповедь, особенно если это надо было преодолеть свое нежелание ее делать. Он как-то, его соседом здесь был Рав Рабинович, был такой Рыбницкий Рэбе. Он был вообще абсолютный, совершенно, ну, ангел, да, Рыбницкий Рэбе. Он жил в Рыбницах все это время, пока там были фашисты, они не могли его поймать. Он был, он, ну, просто, чтобы было понятно, он каждую, например, зима, не зима, он в прорубь окунался в микву, потому что надо окунаться в микву. Он был совершенно такой, ну вот, вне этого мира человек, чудотворец. И он приехал в Израиль, Рыбницкий Рэбе, он был соседом Рав Ицхака Зильбера, и они по ночам учили Талмуд, потому что днем не было времени. И вот они учили Талмуд по ночам, и как-то вот сказал Рыбницкий Рэбе, говорит, вот сейчас у нас тех заповедей, которые мы там соблюдали в советское время, при советской власти, в тюрьме, Рав Зильбер был в тюрьме, у нас сейчас здесь таких заповедей нет. Почему? Потому что в Пиркейавот в конце есть написано, в поучении отцов, написано так, «Липум цара агра». Чем больше страдания, тем больше награда. То есть все мера за меру. Чем больше ты преодолеваешь сложности, соблюдая заповеди, тем больше цена этой заповеди. То есть это как со штангой. Чем более тяжелую штангу ты поднимаешь, тем больше усилия надо развивать. И тем больше развивается мышца. Значит, если будете, ходить по моим законам, и будете заповеди мои сохранять, и будете их делать, вы нататик дишмейхем бейтам. И дам я дожди в срок, и будет давать земля свой урожай, полевые деревья принесут свои плоды, молодьба достигнет сбора винограда, то есть идет прямо, все будет в материальном мире, все будет идти прямо идеально. Вы будете есть свой хлеб досыта и жить в своей земле в безопасности. То есть Всевышний говорит еврейскому народу, что вся ваша жизнь, безопасность, присутствие в земле Израиля связаны с соблюдением заповеди. Я дам мир земле, вы натати шалом баарец, и будет шалом, мир будет на земле. Ве шахавтем ве эн махрит. И будете в ней находиться, и будете находиться в покое, никто не будет вас тревожить. И даже диких зверей я устраню из земли. И меч не пройдет по вашей земле, то есть не будет на вас никто нападать. Если все-таки будет какие-то у вас война, стычки с кем-то, то пятеро будут преследовать сотню, сто из вас будут преследовать 10 000. Ваши враги будут падать перед вами от меча. Значит, я обращусь к вам, сделаю вас плодовитыми, умножу вас, установлю свой завет с вами, и вы будете есть старые запасы. То есть идет полностью благоденствие в материальном, теперь в духовном.
Я поставлю свое святилище среди вас. Значит, поставлю я свое святилище. Венатати мишкани бетохехем. Значит, поставлю я мишкан, это присутствие свое среди вас. Храм будет стоять. Влотигаль навшеетхем. И не, Всевышний говорит, не возмущаюсь я вами. В итхалакти бетохехем. И буду я ходить среди вас. Ваити лахем лаэлоим. И буду я вам всесильным. Буду я вам всесильным. Ваатем тьюли лям. А вы будете мне народом. Я Бог всесильный ваш, который вытащил вас из земли египетской, из дома рабства. И разбил я те оковы, которые были на вас. И вышли вы с... выпрямились вы, вышли с прямой спиной. И вот это было то, что если будете соблюдать. Теперь вы им лотишь маули, а если вы не послушаете меня, значит, не послушаете меня, не будете изучать Тору. Чтобы соблюдать заповеди и понимать, нужно первое изучать. Но если вы не захотите изучать Тору, вы лота асует коль митцвот аэле, и не будете делать эти все заповеди эти, вы им бухокатай тимасу, если вы мои постановления будете пренебрегать, презирать будете мои постановления, вы им... Вет мишпатай тигаль навшихем. И моими законами уже, теми, что я объяснил, будет пренебрегать, да, ваши души. Лебил теасот эт коль мицватай, чтобы не делать эти все заповеди. Леафрахем эт брити, если вы нарушите, как бы разрушите союз со мной. Аф ани эсэ зот лахем. Также, и я сделаю это вам. В ивкатте алейхем бала, и я на вас наведу смятение, знаете, приводящая усталость, и лихорадку, расстраивающую зрение слабостью, и наполняющую ум горем, и вы будете сеять впустую, потому что ваши враги сидят его. Я обращу свое лицо против вас, и вы будете поражены перед вашими врагами. Ваши ненавистники будут владеть вами, и вы будете бежать, когда никто не преследует вас. А если даже в этот момент вы не послушаетесь меня, то я продолжу наказывать вас в семь раз за ваши грехи. Я сломаю гордость вашей мощи, сделаю ваше небо как железо, вашу землю как медь. В общем, идет страшные проклятия, наказания. Дальше идет. А если вопреки всему вы не исправитесь для меня после наказания и будете ходить со мной лишь случайно, то и я буду ходить с вами случайно, и я снова поражу ваш семидеш в семь раз за ваши грехи. Случайно, если вы скажете, что все, что происходит, это случайно, я еще в семь раз накажу. Наведу на вас мстящий меч, там, в общем, мор, руки врага. 10 женщин будут печь свой хлеб в одной печи, значит, вы будете есть, не насыщаясь. И если, несмотря на все это, вы не послушаетесь меня и будете ходить со мной лишь случайно, то есть будете думать, что это все случайно, то и я буду, значит, тогда уже гнев я пошлю случайно, вообще без как бы даже вот просто на всех. И накажу я вас в семь раз за ваши грехи. Вы будете есть плод своих сыновей, плод своих дочерей, вы будете есть, то есть не будет ни сыновей, ни дочерей. Я сделаю так, что ваши высоты будут разрушены, ваши изображения. В общем, ужас, ужас, ужас. Дальше, смотрите. Я приведу страну в запустение. Ваши враги, поселившиеся в ней, будут пребывать на ней в запустении. Значит, когда римляне разрушили храм в 33-м году нашей эры, римляне разрушили храм, или 33-й, или 70-й, я не помню. И после этого еврейский народ ушел в изгнание. Значит, здесь было запустение страшное. Вообще земля была очень-очень была она запущена. И длилось это до 1900 примерно года, когда началась постепенно то, что называется алия, евреи начали возвращаться постепенно. Но что интересно, когда в 20-м году было окно, что можно было вернуться, в этот момент евреи в мире, они уже увлеклись социализмом, коммунизмом, всякими опять идеологиями, и вернулось, ну, единицы. Как только год можно было вернуться, потом закрыли это, и уже было тяжело вернуться. Но тоже, если бы все решили вернуться, можно было бы эту ситуацию сломать, но тоже особо никто ехать не хотел. И тогда наступила катастрофа, окончательно это была расплата за грех Золотого Тельца.
И после этого в 48 году начала избавления возникло государство Израиль с согласия всех народов. То есть все народы собрались, ООН тогда, и постановили, что тогда это был единственный раз после войны, единственный раз, когда Советский Союз и Америка голосовали вместе за одно решение. Это было вместе решение, чтобы возник Израиль в 1948 году. И после этого евреи начали возвращаться уже в Израиль. Постоянные войны, то есть вокруг прямо враги, миллиард мусульман, которые хотят прям уничтожить Израиль. Войны прямо одна за другой, все объединенные армии, вообще чудом. Вот тут мы видим, что чудом Всевышний действительно уже решил, что будет здесь евреи вернуться в Израиль. Но до этого в Торе было обещано, прям, если вы читали, вот эти все коммунисты читали, что «я вас рассею среди народов и обращу меч вслед вам, и ваша земля останется в запустении, ваши города останутся в руинах. Тогда земля удовлетворится своими шабатами все время, пока она будет лежать в запустении, а вы будете пребывать в земле своих врагов». Интересно, что на протяжении, вот, например, 70 лет, это точно, это я знаю, есть подсчет, что 70 лет вавилонского изгнания, когда был разрушен первый храм, и между тем, как евреи вернулись и построили второй храм, было 70 лет изгнания. Так эти 70 лет точно в то время были летописи, и когда были цари-злодеи, которые не соблюдали седьмой год, год Шмиты, когда земля должна была отдыхать, ровно вот взяли царей, которые были от царя Давида, и все летоисчисление. Царь был праведный, прям, ну, было известно, царь соблюдал законы, значит, и государство соблюдает законы. Все идет по царю. Значит, если царь был праведный, соблюдался седьмой год в его правлении. Если царь был идолопоклонник, злодей, седьмой год не соблюдался. Так 70 лет, 70 умножить на 7, это 400, получается, 90 лет правили цари-злодеи. Да, 70 умножить на 7, каждый седьмой год. Значит, 490 лет правили цари-злодеи, и 70 лет земля отдыхала. За каждый год, который должны были соблюдать год Шмиты и не соблюдали. Теперь, значит, ну и так далее. «Что же до оставшихся из вас, я пошлю робость в их сердца, в земле их врагов. В Галуте 2000 лет евреи были в очень большой робости. И звук сорванного листа будет обращать их в бедствие. Они будут бежать, как бегут от меча. И они будут падать, и никто не преследует. Они будут спотыкаться друг об друга. Вы затеряетесь среди народов, и земля ваших врагов пожрет вас. А те из вас, которые останутся, будут гнить за свои грехи в земле ваших врагов. И за грехи своих отцов, которые все еще с ними, они будут гнить, пока они не признаются себе в своих грехах и в грехах своих отцов, которыми они изменяли мне. И в том, что они ходили со мной лишь случайно». В общем, что будет дальше? Давайте закончим хорошим. Вот. «Или же, возможно, их бесплодное сердце смирится, и они искупят свою вину. Тогда я вспомню мой завет Яакова, и мой завет Ицхака, и мой завет Аврааму. Я вспомню, и землю я вспомню, и земля, оставленная ими, удовлетворится своими шабатами, пока она будет в запустении без них. А они выплатят долг своей вины в согласии с тем, именно потому, что они презрели мои социальные установления, и их душа гнушалась моими законами». Ну и так далее, и так далее. В общем, вспомню я завет свой с ними, значит, потому что Бог все еще их Бог. Я вспомню для них завет с теми, кто предшествовал им, которых я вывел из земли Египта на глазах у народов, чтобы быть им Богом. Я Бог. Вот законы, социальные установления, учения, которые Бог постановил между собой и сынами Израиля на горе Синай, дав их в руку Моше. Значит, что отсюда нам становится понятно? Во-первых, давайте посмотрим, что нам становится непонятно. Есть такой вопрос. Вот человек, есть Бог. Бог – создатель мира, творец мироздания. Бог – это реальность, да? То есть Бог, он создал реальность, Бог установил все законы реальности. И Бог в эту механику, которую он создал, и над которой он находится – Творец, Создатель, вставил в эту механику человека, в которого вошел же сам. И в этой механике есть одно только существо, которое подобно Богу, это человек. И вот Бог установил с человечеством такую, как игра. Он ему говорит: у тебя свобода выбора. Или ты понимаешь, что ты божественная сущность, и ты должен идти по моим законам. Ты это я установил законы,
такие правила игры. Или же ты, у тебя есть, ты это я, и ты можешь придумывать свои законы. Но знаешь, что если ты идешь против Бога, то ты как будто бы плюешь против ветра. То есть ты не можешь изменить реальность, которую я установил. Это Бог, Он хозяин мира. Теперь что получается? Получается, что дальше был Авраам, Ицхак и Яков, которые именно они поднялись на связь с Богом совершенно нереального такого уровня. И от них пошел народ Израиля, которого Бог назвал народом священников. Он говорит, что вы были, вначале я вас как бы сотру ваше эго. Как, знаете, как в компьютере, ты сносишь программное обеспечение. И это было в Египте в рабстве. Потом, найти вам Тору, это новое программное обеспечение, новая прошивка. Вот вам Тора. Потом 40, вы заходите в измененное состояние сознания, это когда они проходили сквозь море, стали пророками, увидели все, что это правда. Потом они вернулись, но они не могли все равно, у них было их старое, как бы, знаете как, вот на телефон старый ты пытаешься новую программу записать, а телефон пишет, не может, не получается. Вот это телефон вот с этой программой не соединяется. Программа новая, телефон старый. Не работает. Обновите свою модель телефона. Всевышний говорит, ладно, 40 лет в пустыне, обновляем модель телефонов, значит, ман каждый день падает. Вы, ну, представьте, 40 лет идет тренинг личностного роста, личного, ну, то есть ты каждый день просыпаешься, у тебя ман. Значит, ты в пустыне, никакого контакта с другими. У тебя Моше Рабейну все время проводит занятия, он сияет, у него он просто поднимает вот это вот, у него такая была, закрывала ткань лицо, и у него свет вот такой идет. И они 40 лет тренировались, потом зашли в землю Израиля, чтобы на ней соблюдать законы. И опять у них сносит вот этот вот, всю духовность сносит что? Животные инстинкты, которыми надо владеть. Вот у человека внутри постоянно вот эта война. Теперь связано все, что происходит в Израиле, очень сильно связано с духовностью. И работает это, помните, с чего это все началось? Все это началось с Яакова, который сон Яакова. Лестница в небо, сон Яакова. И когда вот эта лестница, у которой основание было на земле, а верхушка лестницы уходила в небо. И ангелы, прям можете проверить, там так написано, ангелы поднимались и опускались. Так работает жизнь человека. То, что ты говоришь или делаешь, ты создаешь влияние снизу, а Всевышний тебе на это отвечает влиянием сверху. Все, как это работает, изучаем Тору. Что надо делать? В Торе есть заповеди. Легкая эта работа, очень нелегкая, потому что у человека есть внутри животное, которое это делать не хочет. И именно на вот этой вот победе над этим животным и есть работа человека, которая, в результате которой ты можешь заработать вечную жизнь. Поэтому это относится к каждому из нас. Если будете идти по заветам Бога, то что? Будет все хорошо. Если не будете идти по заветам Бога, то что? Будет все плохо. Прям конкретно это Бог пообещал. Теперь царь Соломон. 11 глава Мишли – это практические советы, которые 3000 лет назад почти дал мудрейший из людей царь Соломон. И мы стараемся понять, запомнить и делать. То есть здесь он написал, как соблюдать то, что Бог сказал соблюдать в Торе через Моше Рабейну. Значит, начинается 11 глава. Я буквально успеваю прочитать несколько отрывков. В каждой главе в среднем 30 отрывков. В каждой главе 30 отрывков, всего в Мишле, в притчах царя Соломона, 31 глава. Если каждый день изучать по одной главе, всем советую эту книгу заказать или через бот изучать. Есть в боте эта же книга, в телеграм-боте. Значит, давайте какой-то один практический совет. Так, ну давайте. Второй отрывок 11 главы. База Дон. Ваяво колон, вет снуим хахма. Пришел Задон, это высокомерие. Пришел Задон. Ваяво колон, и придет позор. Вет снуим, а скромным, скрытным, хахма, мудрость. Божественная мудрость. Значит, для того, чтобы воспринимать мудрость, надо быть скромным.
Когда-то мой учитель говорил, что Рав Яаков Баум, что есть единственный тип ученика, которого невозможно научить. Какого? Того, который думает, что он знает. И когда человек убирает вот это свое «я знаю», как в Талмуде вначале написано «Тилмат лешенха ламар эниюде», «Приучи свой язык говорить «я не знаю». Даже то, что тебе кажется, что ты знаешь, за тем, что ты знаешь, может быть еще 3-4 этажа того, что ты не знаешь. Но когда ты сказал «я знаю», ты уже не хочешь дальше понять. То есть позиция должна быть такая, что кто хахам, кто мудрец, алумет миколь адам, тот, кто учится у каждого человека. Как сказано, миколь миламда искалти, от каждого, кто обучал меня, я умудрился, ти эдутеха сихали, потому что твое свидетельство, это царь Давид говорил, твое свидетельство Бог говорило ко мне. То есть в каждом объеме каком-то информации, с которой мы соприкасаемся, есть глубина. Но как только я сказал «я знаю», я закрылся, «я знаю», все. Ну, знаешь, знаешь, все, до свидания. Вот, теперь, значит, скромным будет знание. Значит, дальше. Четвертый отрывок такой, очень тоже интересный. «Лоиль он бьем эвра». Не поможет имущество в день гнева. Уцдака тациль мимавет. Значит, цдака спасает от смерти. Вот человек копит имущество, копит. Теперь оно не поможет ему, когда Бог будет гневаться. Не сможет. Шли очень богатые люди в концлагерях, умирали всеми семьями. Очень богатые люди. У меня есть несколько знакомых, у которых столько было недвижимости. Нереальное количество. У них были вложены деньги в какие-то совхозы, колхозы, земли и так далее. Война сейчас началась, все, они сидят без копейки денег, не знают, что с этим делать. То есть, когда у человека есть имущество, оно его не спасает в день, когда Бог гневается. От цдака милосердия оно спасает от смерти. То есть, получается, что когда цдака это заповедь, когда ты даешь, помогаешь и вкладываешь в духовность, в божественные заповеди, цдака есть законы цдаки. Вот есть, кстати, кто спрашивал, есть уже видеоурок про цдаку, который я делал. Если эта тема, действительно, эта тема всех интересует, потому что цдака это очень прямое такое вот, прямое понятное действие, когда ты берешь, Бог тебе дал что-то, да, тенло мишело, дай ему Богу из его же, потому что ты и все, что у тебя есть, его. И это самая простая такая штука, когда ты берешь из своих денег, и ты вкладываешь, именно даешь, потому что Бог сказал давать цдаку. Цдака, десятина, масер, очень прямое, понятное выражение веры. И как это правильно делать, действительно надо разбираться. Потому что написано в пятом отрывке. В пятом отрывке написано так. Цитка тамим тешер дарко. Цдака простого, такого бесхитростного человека, она выпрямляет его путь. Она выпрямляет его путь. Уберишато и поле раша. И в злодействие его упадет злодей. Значит, простой человек, он думает так. Лучше он просто дает, помогает и без всяких таких вот особых уравнений. Что делает злодей? Злодей, он пытается сам лично обезопасить себя. То есть злодей, он же на Бога не полагается. А на кого он полагается? На себя. И он делает охраны, переохраны, двойников. Там всякие он делает ухищрения только, чтобы спасти себя. То есть если он злодей, ему страшно, ему постоянно страшно. Все злодеи, мафиози, там какие-то маньяки, они же все время, они в диком вообще в паранойи живут, да? Они делают вид, что они смелые, но они живут как в банке с пауками. Другие злодеи, они их все время хотят убить. Их помощники их хотят убить. Милиция их хочет убить. Родственники тех, кого они делают зло, хотят их убить. То есть быть злодеем – это очень опасное дело. И написано здесь, царь Соломон предупреждает, что упадет злодей в своем злодействе, по-любому он упадет. Дальше шестой, давайте на шестом мы остановимся, отрывки. Цдака прямодушных спасет их, вероломные будут уловлены беззаконием своих. Идет эта же мысль, она развивается. Значит, прямые люди, они по-простому, Всевышний даст Бог день, даст Бог пищу. Значит, я делаю добро, мне люди дают за это деньги, и
приношу пользу, все честно должно быть, все очень честный обмен между тем, что я дал, все должны быть довольны, вин-вин, как сказал Стивен Кови, да, из современных таких психологов. И, значит, вот это еще плюс я помогаю тем, кому, кто нуждается в помощи. Вообще идеально, то есть мера за меру. Я создаю предпосылку, чтобы Всевышний во всех сомнительных, знаете, как есть, есть день, вот есть день, это белое, да, то есть это свет. От восхода солнца до заката солнца – это день. Теперь есть ночь. От выхода звезд до первой зари – это ночь. То есть тут понятно, темно. А вот что делать со временем, когда уже заря начинает расцветать, но еще нет солнца, еще не вышел первый луч солнца? И что делать со временем, когда солнце зашло, но еще звезды не вышли, еще сумерки? Это две сомнительных плоскости. То же самое у каждого из нас в жизни есть день. Мы делаем, любой человек, даже злодеи, ну, если они не самые законченные, они иногда делают добро. Вот делает человек тут добро, там добро, тут на урок Торы сходил, там на урок Торы сходил, тут сделал заповедь, там кому-то помог. Вроде бы, ну не вроде бы, а точно белое. Бог знает сердца, у него душа в этот момент хочет делать добро. Действительно, есть злодеи, которые делают параллельно какое-то добро. Теперь есть эти же злодеи, делают зло, и обычный человек тоже. Тут он этого обидел, того оскорбил, у того там не додал, тому у того забрал. Сделал человек зло, это явное зло, да, за это положено наказание. Теперь, а есть сумерки, когда непонятно, то есть это добро или недобро. Просидел 2 часа, просмотрел сериал. Это зло, не зло. Это добро, недобро. Просто 2 часа ты убил в жизни своей, да? Сумерки. Теперь цдака написано, она спасает вот в эти моменты. То есть цдака это такая заповедь, когда ты создаешь не просто добро, а когда ты включаешь источник добра, да, потому что особенно если ты человеку помог там найти работу, особенно если ты человеку помог начать учить Тору и разобраться, что такое добро и зло, и он начал сам делать добро. Если ты взял злодея и сделал, чтобы он раскаялся, и он начал делать добро, то все, ты создал источник добра, ты как родник открыл, да, ты как создал скважину нефти, которая дает тебе энергию, тебе и миру дает духовную энергию. Вот, поэтому цдака – это важнейшая заповедь, и нужно искать способы, как улучшить окружающий мир, и мы готовы вместе с вами быть партнерами, давайте вместе распространять знания Торы. Потому что отход от Торы, как Бог сказал, если не будете слушать меня, Он сказал, и не будете соблюдать, отсюда мы видим, что все начинается с того, что люди перестают изучать Тору, перестают узнавать, что Бог от них хочет. И, конечно, потом они не делают. Потом дальше идет, если они не делают, они начинают ненавидеть тех, кто делает, потому что те, кто делает, это для них упрек. Дальше они начинают презирать всю Тору, чтобы себе доказать, что это неправда. И дальше они отрицают Бога. Вот это вот путь, как люди отходят все дальше и дальше от Бога. И наоборот, начинаешь изучать, начинаешь соблюдать. Начинаешь соблюдать, начинаешь учиться у тех, кто соблюдает больше. Начинаешь уважать праведников. И таким образом ты все ближе и ближе поднимаешься к Богу. Все, удачи, успехов, чтобы Всевышний нам дал силы на правильном пути. Чтобы все те, кто хотят слышать Слово Всевышнего, узнавать, что Бог хочет, изучают Святые Писания, книги пророк, тянутся, просят у Всевышнего, молиться надо, что открой мне, что ты от меня хочешь, пожалуйста, я хочу соблюдать, хочу по максимуму делать добро и понять, что мне делать, как, где, в какой ситуации, чтобы Всевышний дал вам всем благословение огромное, огромное, огромное во всех хороших делах, как сказал царь Соломон, на всех своих путях познавая Бога, и Он выпрямит твои дорожки, чтобы Бог выпрямил ваши дорожки, чтобы были все решения правильные, чтобы было благополучие финансовое, благополучие духовное, эмоциональное, здоровье, чтобы все, что вам надо в здоровье, чтобы Всевышний вам открыл, прям вот просто ответил на вашу молитву, ладно, на тебе здоровье, но помни, что здоровье тебе для чего? Для того, чтобы ты еще больше делал добра в этом мире, чтобы ты больше выполнял заповеди и помогал другим людям. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, до завтра.